О главных событиях последних дней расскажем в программе «Неделя в городе». Здравствуйте! Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов дал эксклюзивное интервью телерадиокомпании «Вектор». Беседа длилась около часа. Разговор поделен на несколько частей. Первая посвящена развитию инфраструктуры арктического региона. О значимых проектах и механизмах их реализации Дмитрий Артюхов рассказал директору телерадиокомпании «Вектор» Ольге Песковой. Все ямальцы порадовались, когда в ходе своего послания президент дал прямое указание реализовывать масштабный для нас проект «Северный широтный ход». Понятно, прямая выгода жителям Салехарда и этой части округа. Но вы говорили о том, что будет меняться и железная дорога в восточной части региона, уже существующая. А на каком этапе проект реализации сейчас и какую выгоду получат абсолютно все ямальцы? Маршрут по северно-широтному ходу это экономит порядка 600-700 километров. Это дает определенный эффект для грузоотправителей и дает необходимую загрузку нового участка. В этом его логика. Но, конечно, это в перспективе и пассажирские перевозки, то есть удобство уже непосредственно для жителей. Но важнейший еще эффект, конечно, новые рабочие места. Как на этапе строительства, понятно, проект очень большой, будет строиться порядка 4-5 лет. С момента начала это создаст 1000 рабочих мест в строительном секторе. А в будущем это эксплуатация. Это тоже сотни рабочих мест постоянных на десятилетия вперед. Также в интервью затронули тему строительства жилья, в том числе и в Губкинском. Темпы развития сейчас хорошие. В Губкинском вдвойне. В Губкинском много мы сейчас строим нового жилья, очень долгожданного и нужного. Начинаются социальные объекты, это и поликлиника, и школа, и детские сады, которые тоже запустились. Все то, что нужно. Я считаю, что мы опаздываем. Это надо было сделать вчера. И тогда бы сегодня не было такой ситуации с ценами на жилье, да, когда приезжают новые специалисты под новые перспективные проекты. Рынок – это спрос и предложение. Предложения мало, цены возрастают. Появляется какая-то такая парадоксальная ситуация, что в наших городах уже цены почти как столичные. Они не могут стоить без ничего, да, но и это уже явно перегрев. Что надо делать? Конечно, нужно строить больше, 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 создавать это опережающее развитие. Я считаю, что мы наконец набираем уже очевидные обороты. Это видно в Салехарде, в Губкинском, в Новом Уренгое, да во многих местах. Хотелось бы быстрее, хотелось бы больше, но мы точно на правильном пути. А 26, 28 и 30 июля губернатор округа Дмитрий Артюхов расскажет о развитии здравоохранения, культуре, истории Ямала и о перспективах Губкинского. Интервью можно посмотреть в эфире телеканала «Вектор-24» и в социальных сетях телерадиокомпании. Фотография 8 ямальских спортсменов, защищающих честь России на 32-х летних Олимпийских играх в Токио, размещена на первой полосе газеты «Губкинская неделя». Впервые в составе сборной примет участие спортсмен из Губкинского. Это Вадим Мухаметьянов, представитель спортшколы Олимпийского резерва «Фортуна». Он мастер спорта России, победитель и серебряный призер чемпионата Европы, серебряный призер всероссийских соревнований. Также на первой полосе об установке в Губкинском умных остановок. Первая появилась на проспекте Мира возле городской больницы. Ее площадь составляет 22 квадратных метра, 16 из которых отведены под теплое помещение. Где еще в городе появятся остановочные павильоны, читайте в газете «Губкинская неделя». Одна из обсуждаемых тем в сети – дорожно-транспортные происшествия в Губкинском. Напомню, только за последнюю неделю в нашем городе произошло два ДТП учетного характера. В первом случае столкнулись автомобили Hyundai и Volkswagen Tiguan. В другом – Chevrolet Niva и мотоцикл Suzuki. Момент этой аварии зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. К счастью, все участники ДТП живы. Пострадавшим оказана медицинская помощь, а инспекторам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства происшествий. Кстати, самыми распространенными являются следующие нарушения правил дорожного движения. Несоблюдение очередности проезда, нарушение правил обгона, несоответствие скорости конкретным условиям и выезд на полосу встречного движения. А что думают губкинцы, почему у нас в таком маленьком городе с неинтенсивным движением происходят аварии? Ненимательность или качество, да? Ну, как-то так. Либо несоблюдение каких-то правил дорожного движения. Несоблюдение правил ПДД. Скоростной режим. Не знаю, невнимательность водителей. Ну, любят, потому что люди погонять просто и все.
ну, не соблюдают правила дорожного движения. Это зависит не только от водителей, но еще от пешеходов. Надо смотреть на дорогу, переходить в положенном месте. Не все это делают. Правила соблюдать надо. Аккуратнее ездить. Мне кажется, это от людей зависит, потому что они не соблюдают правила дорожного движения и скоростной режим нарушают, я так думаю. Если бы более-менее все как посерьезнее к этому относились, было бы все хорошо. Гоняют по городу. Лихачей, как, впрочем, и других нарушителей правил дорожного движения, наказывают. Только за 6 месяцев 2021 года губкинскими госавтоинспекторами выписано 630 протоколов за превышение скоростного режима. В крупных российских городах с нарушителями правил дорожного движения помогают бороться участники общественного движения «Стоп-хам». Активисты организации выступают против хамства на дорогах. Они фиксируют на фото или видео различные случаи нарушений ПДД, будь то парковка в неположенном месте или проезд на красный цвет светофора, а после эти факты предают общественности. А часто ли горожане встречаются с хамством на дорогах Губкинского? Сейчас узнаем. Бывает, да, что не всегда пропускают, иногда страшно дорогу с ребенком переходить, потому что некоторые прям несутся, особенно вот по объездной дороге. Еще буквально несколько лет назад была эта проблема не актуальна для нашего города, потому что, ну, у нас все-таки маленький городок, и ведут себя прилично люди. Но чем больше город расширяется, чем больше народу здесь становится, тем более актуальна данная проблема становится. Я вообще здесь гость, мы не тут ничего не встречались, ни хамы, никто. В общем, все нормально, мне кажется, здесь обстановка. В нашем городе как бы такого нету. Во всяком случае, в нашем городе я такого не слышала, не сталкивалась. У нас как бы с водителями, я думаю, у нас как бы уровень их обращения достойный. По мнению горожан, в Губкинском дисциплинированные участники дорожного движения. Тем не менее, цифры далеко не утешительные. За 6 месяцев в нашем городе произошло 8 ДТП, в которых 4 человека погибли, 15 получили ранения. Цифра недели 22 – это количество умных регулируемых пешеходных переходов, которые оборудуют в Губкинском этим летом. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мы понимаем, что транспортная, пешеходная доступность и безопасность при переходе через дорогу – это то направление, где нужно на постоянной основе быть в тренде и уделять этому дополнительное внимание. В этом году мы делаем более 20 пешеходных переходов. Делаем там подсветку в виде GoPro. Новые системы более продвинуты. Подсветка имеет высокую яркость и позволяет замечать пешехода на расстоянии до 150 метров. Над дорогой установлены мощные лазерные проекторы, которые работают при любых погодных условиях. В темное время суток они помогают пешеходам безопасно переходить улицу. Очень удобно, даже когда были пасмурные погодные условия, все равно они уже подсвечивались и все уже видно. Также с мужем, когда на машине катаемся, заранее предупреждает, все видно спокойно. Пробный умный пешеходный переход первым установили на проспекте Губкина возле 5-й школы. Еще один недавно появился и на оживленном пересечении улиц Парковой и Мира. Идею в рамках проекта «Уютный Ямал» предложил депутат городской думы Сергей Столяров. Всегда радует, когда сбываются мечты и когда воплощаются и реализовываются проекты, которые мы с инициативной группой выдвигали, продвигали. И действительно, как я и говорил ранее, что это поможет обезопасить жизнь и здоровье, в первую очередь, наших детей. Вот. Ну и облегчит, наверное, жизнь и самим водителям. То есть ему будет проще передвигаться строго по правилам дорожного движения. Работы по обустройству современных пешеходных переходов планируют завершить в конце августа. В рубрике «Дата недели» расскажем о праздновании в Губкинском одного из главных праздников мусульман – Курбан-байрам. Праздник жертвоприношения. Он знаменует собой окончание хаджа – паломничество с посещением Мекки. В этот день верующие рано утром собираются в мечети для совершения праздничной молитвы. Затем читается проповедь «Хутба», прославляющая Аллаха и пророка Мухаммеда. Разъясняется происхождение хаджа и обряда жертвоприношения. Традиционно имам поздравляет прихожан с праздником. Дорогие горожане и жители Ямало-Ненецкого автономного округа, сердечно поздравляю вас с великим праздником жертвоприношения Айд-аль-Адха, Курбан-байрам. Желаю вам всего наилучшего, самое главное – здоровья, чтобы не было войны, самое главное, чтобы ваши дети были милостивы и милосердны к своим родителям.
будем в этот день друг друга поздравлять с таким великим праздником. Самое главное, проявляйте друг другу милосердие. Праздники для верующих – неотъемлемая часть быта, верований и жизни. Их чтут и строго придерживаются на протяжении многих веков. Мусульмане сегодняшнего дня – это люди разных национальностей, профессий и возрастов. Но всех их объединяет вера в Аллаха и приверженность исламу. Это очень важный день сегодня для нашей жизни. Сегодня день милосердия, день благотворительности, день добра. Собираемся с родственниками, в кругу друзей, в кругу знакомых, посещаем больных. Для нас это очень такой священный праздник. Мы ждем его целый год, как сказать. Для нас этот праздник очень много значит. Мы с утра встаем, одеваемся в чистую одежду, потом идем на молитву, проповедь у нас проходит. И потом идем, приносим это приношение барашку. За преданность и душевную чистоту Ибрахима Аллах даровал юноше жизнь, а в качестве жертвоприношения принял барана. Последователи ислама проводят ритуал после молитвы до захода солнца. Традиционно в Курбан-Байрам готовят всевозможные блюда из баранины и плов. Поздравляя друг друга с духовным праздником, мусульмане демонстрируют единство веры и уважение к древним традициям ислама. Желаю всем добра, всем хорошего настроения и благополучия в семье. Поздравляю всем мусульманам день Курбан-Байрама. Пусть будет, Аллах нам дадет простить наши все грехи, все. Желаю благополучия, здоровья семье, семьям, прекрасного настроения, чтобы, дай Аллах, чтобы и следующий год также встретит Курбан-Байрам. Без телефонов и планшетов, с собой только теплая одежда, нож и спички. 19 губкинских подростков вновь отправились в учебно-тренировочный поход «Проводник». Больше недели ребята будут сплавляться по реке Пякапур, ночевать в палатках, которые, к слову, сами же и установят. Научатся разводить разных видов костры, готовить еду, ловить рыбу, ориентироваться по карте. В программе множество занятий. Родителям не стоит беспокоиться, ведь с подростками опытный инструктор. Айгуль Алсенбай, 18 лет, занимается туризмом, 7 из них спортивным. Это когда вот 60 километров надо пройти за определенное короткое время. При этом надо выполнить различные высоты, высоту покорить. То есть около 24 часов ты бежишь по лесу, там где-то через болото, ориентируешься только по карте. С картами Айгуль Венеровна на «ты» помогла в том числе профессия. Она учитель географии и биологии. Но спокойную жизнь в теплом школьном кабинете поменяла на лес, горы и реки. Я люблю очень природу. У меня вообще папа охотник-рыбак, и он постоянно меня водил в лес. То есть я постоянно то с мамой за грибами, за ягодами все детство ходила, тоже полюбила природу. А потом пошла в походы. На первом курсе, получается, в университете. Мне так понравилось. Мы ходили в горы на Южный Урал. Горы покорили сердце будущего преподавателя. Со временем и этого стало мало. Романтичная душа требовала новых впечатлений. За ними наша героиня приехала на север. Хотела посмотреть, что такое север. А то у меня брат сколько лет работал. Он такой: я тебе привезу песок, он там необычный. Я говорю: ну ладно, я сама поеду, посмотрю. И приехала, но мне понравилось, что маленький такой уютный город, губкинский, мне вообще нравится. Я тем более ровесница города. И вообще он какой-то вот родной стал, и теперь уезжать не хочется. Именно здесь, в Губкинском, Айгуль Алсенбаева смогла реализовать себя как опытный инструктор. С 2013 года водит ребят в походы, прививает им любовь к Северному краю и в буквальном смысле учит выживать в непростых условиях, которые комфортными уж точно не назовешь. Они прекрасно справляются без родителей. Они учатся этому, а потом приезжают, и это надо видеть, когда вот они приезжают, и первый взгляд на родителей, они там так соскучились по ним, просто они начинают любить родителей еще больше. А побывав в походе один раз, непременно хочется повторить, говорят ребята. Вот и Максима Дмитриченко трудности не испугали. Юноша вновь собирается покорять реку, испытать характер. Я вот еще ни разу не сплавлялся вот на катамаране до этого, вот. Думал, будет так более-менее легко. А ну, не так легко. А какие были сложности? Ну, потом после весла на руках мозоли оставались. Своим оптимизмом юные туристы заряжают друзей. И вот во вторую смену учебно-тренировочного похода собрался и Марс перевозчиков. Просто хочу испытать себя.
чтобы понять, насколько у меня есть шансы выжить. Там нас научат выживать, и если мы, например, попадем в какую-то ситуацию, мы сможем выкрутиться из нее. Стартовала смена 23 июля. Домой ребята вернутся 1 августа. Ярких впечатлений пожелаем юным губкинским туристам. А на сегодня все. С вами была Наталья Рябинина. До встречи в программе «Неделя в городе».